Нелегитимный президент отдал приказ стрелять в безоружных граждан, забрасывать их гранатами, использовать газ и водометы. Вот какая жестокость вот эти все... Это она про какого говорила? Про канцлера Меркель? Разгон Берлина, который был еще более жестокий, как мы видели, с чем разгон в Минске, который тоже был жесток. Или она говорит про Трампа и тот разгон, который на улицах американских городов творится? Знаете, я хотела бы вот этот вопрос без комментариев ставить. Спасибо вам. <связывая>